Всем хай-хай. Решил записать сравнение двух фонарей. Один за 600 рублей купленный. Это у нас слева на Митинском рынке. Второй за 2700. Феникс. Заверяю, что он супер светит. Батарейки будут Ансман. 2850 миллиампер в час. Свежезаряженные. На установке Energy 16. Итак, приступим. Итак, первым у нас идет Феникс 2700. Так, минимальный. Максимальный. Далее. Включаем за 600 рублей. Так. Ну, понятно, да? Развели. Свели. И за 600 рублей есть такая функция хитрая. Линза отодвигается, и он становится еще ярче. Вот мы свели фонари. Одной рукой снимаю, секунду. Развели. Но тоже все, в принципе, ясно. Так, если видео понравилось, там лайки ставьте. Ну и всем спасибо.